думаешь, это Чаггингтон к тебе пришел, да? Классно, побежали. Да, ну давай, забирайся быстрее в машину, поедем. Будем распаковывать Чаггингтон посылку? Да. Мы вот остановились в таком местечке уютненьком. Здесь вот такие кустики красивые, цветущие. Вот здесь такая сосна австралийская интересная. И там море. Красивое-красивое море на Куджи. Куджи пляж, Куджи бич. Ну, давай, вытаскивай. Сделай пошире дырочку, чтобы удобнее было вытащить. Здесь принято скамейки всякие делать в парках, как пожертвование. Вот кто-то тут сделал, Патрисия Джун Эндрюс. Не можешь? Почему? Давай, сильно-сильно. Я не беру сил. Нет, не сил. Давай, открывай, вытаскивай. Это просто такие пакетики, чтобы она там не попортилась. Да? Мягкие, чтобы она там не помялась, посылочка. Ну-ка, потом. Чаггингтон, вытаскивай. Посылка открылась у нас, да? Ну давай, смотри. Твой Чаггингтон. Да, как красного зовут, ты помнишь? Да, Чаггингтон. Его зовут Уилсон. И Уилсон. Да. Это Путин. Где ну какой нету, наверное, в этом комплекте. Здесь только такие. Да. Вот такой здесь. Человек, который раньше какой-то мальчик или девочка, они играли с этим паровозиком, и теперь они нам прислали его, да? Что-то интересное тут. Ну-ка, открываем, открываем. Вот какой. Желтый. И желтый. Синий и желтый. Синий с желтым и желтый с зеленым такой паровозик. Это им кушать такое пришло. Кстати, почему-то у нас перестали продаваться паровозики из Чаггингтона. Их нету в магазинах. И мы, нам пришлось заказать бэушные, потому что... Это мой. Потому что мы реально не могли найти ничего такого в магазинах. И даже звонили, спрашивали, и они говорили, нету уже давно, нету и не будет пока. Дефицит. Вот так вот. Так что в Австралии у нас дефицит с паровозиками Чаггингтона. Ну ничего, мы заказали вот такой комплектик. И будем играться сегодня. Этому. Кушать ему дашь или что? Ням-ням-ням. О, смотри, оттуда выпало. Еда. А, ну оттуда высыпается и в паровозик. Ой, надо же. Ты прямо понял сразу, как оно должно быть. А мама вот не знала. Молодец. Возьмем с собой. Да. Я нашла записочку. Нам человек, который послал, написала записочку. Она написала: Sorry, the wrapping is such a mess. Ха-ха. I found an extra piece, so included it too. Она нашла еще дополнительную часть, или он нашел дополнительную часть и тоже положил.
Да, что там такое, картинка? Запака, либо воняй. Ага. Смотри, какие тут интересные. О, какие цветочки желтые. Их очень любят попугайчики красивые. Они прилетают и пьют нектар, наверное, с них. Да. Вон там такие волны вообще. Да, волны вот там. Ты видишь? Да, вообще какие волны там внизу. А это два бассейна таких. Один для побольше людей, для взрослых, а второй для малышей совсем там по колено. И в эти большие, в большую особенно, много волн накатывает. Большие бывают волны. А сейчас холодно, Алла. Да, сейчас нельзя купаться. Это памятник погибшему спасателю, который спасал жизни на воде. Он сидит, ждет свою подружку, чтобы пойти поиграться на площадке. Паровозики ей покажешь? Ну здорово. Сейчас придет. Ну теперь надо запускать твои паровозики. Вау! Полетели, и Алан приехал. Отцепился вагон. Надо прикипеть. Алан нашел новую игру. С горки катать паровозик. Ну что, Чаггингтон поедет с горки? Уилсон поедет с горки? Ух. Нету? На Уилсона. Ого! Вообще разлетелись. Весь состав полетел. Нет, не разлетелись тут. Они так и остались скрепленными, да? Надо же как. А этот отлетел от них, да. Ну что, теперь этот впереди поедет, желтый? Нет? Теперь желтый улетел.
Идет. Ты всех выше? Да. Ну, молодец, залез высоко. Сейчас я тебе покажу все. Мы ему ничего не дали. Тебе дали много фруктов, да? Что у тебя там есть за фрукты? Ну-ка расскажи нам. Это помидор, это либо зеленый, это банан. Оба-на! Как метка, да? Летим! Сейчас упадем! Упадем! Щелк! 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 Улетели все вместе! Оп! Спасибо, что заглянули на наш канал. Мы всегда рады вашим лайкам и комментариям. Ну а если вам очень понравился наш канал, не забудьте подписаться, чтобы не потерять нас в море информации. Всем спасибо. Пока-пока.